Эксцентриссимо. Хлеб с ракфором и миндалем считается самым дорогим в мире. Русские обитатели Лондона наверняка только его и покупают. Продают его только в этом городе. Как превратить обыденную булку в еду не для всех, придумал шеф-повар Поль Халвуд. Батон сделан из лучшей муки А-класса. Зерно для нее выращивается на полянах британского графства Уилтшир. Больше о рецепте почти ничего не известно. Это секрет, и он защищен авторскими правами. Покупателю лишь нужно знать, что все современные кулинарные добавки, ароматизаторы, эмульгаторы и усилители вкуса категорически не используются. Автор хлебного шедевра считает, что несмотря на очень высокую стоимость, этот батон должен попробовать каждый, ведь его вкус просто неповторим благодаря сочетанию ракфора и миндаля. А те, кому это уже посчастливилось, говорят, что никогда в жизни ничего подобного не пробовали. Стоит хлеб для гурманов $25 за буханку, в рублях примерно 1500. Но подождите, скажете вы, у нас в городе по 3000 за хлеб попроще просят. Что ж, получается, самый дорогой в мире хлеб теперь доступен и нам. Эксцентриссимо.